Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас матч против Беневенто, и будет международная пауза, после которой у нас будет снова матч в Лиге Чемпионов. Итак, поехали, матч против Беневенто. Играем мы сегодня дома. И играем мы сегодня вторым составом, который обыграл Милан. Итак, матч Ювентус-Беневенто. Итак, готовятся и игроки Беневенто к такому все-таки действительно серьезному вызову, матч против Ювентуса. Ну что ж, посмотрим, кто сегодня сможет одержать верх. И пенальти, друзья, Бернардески просто сейчас свалили. Помешал мне сдать эту позиционную атаку, продолжить так хорошо. Около 10 пасов сейчас было в атаке, в атакующей третьей, но все-таки свалил вот здесь вот. Ну и к мячу подходит Марио Манджукич. Хотя можем и Бернардески поставить. Давайте действовать по такому плану, что кто заработал этот пенальти, тот и будет его пробивать. Ну что ж, пенальти я плохо пробиваю. Ну попробуем. Отлично, по центру просто. Удалось. И забивает Федерико Бернардески. В втором матче подряд забивает. И забивает он уже свой шестой мяч. Догоняет Федерико Бернардески как Криштиану Роналду, так и Марио Манджукича. И Марио Манджукич забивает гол. Забивает хорватский нападающий благодаря хорошему прострелу от Спинозолы. Вот здесь вот шикарно он убирает пас и забивает Марио Манджукич свой седьмой гол. Еще и между ног голкиперу. Седьмой гол в чемпионате для Марио Манджукича. Обгоняет он Криштиану Роналду в этом показателе. Бентактур. Да, отлично. Спинозола. И Манджукич делает счет намного разгромнее. 3-0 теперь. Дубль хорватского нападающего. И это восьмой гол в чемпионате Италии от Марио Манджукича. И снова Спинозола отличным пасом находит нападающего. Вот здесь вот не дотягивается защитник. И уже просто закатывается мяч от Марио Манджукича. И Марио Манджукич. Будет ли хэт-трик? Хэт-трик Марио Манджукича. На домашнем стадионе это намного приятнее забить хэт-трик. И сегодня это получилось сделать у Марио Манджукича. Вот здесь вот аккуратно и вот здесь вот отлично. Удар низом в самый нижний угол. Забивает Марио Манджукич, не достает уже голкипер. Хет-трик Марио Манджукича, девятый гол хорвата в чемпионате Италии. Ну все, здесь его уже больше не пропускает. И хет-трик Марио Манджукича, 4-0. Ювентус обыгрывает Беневенто. И Марио Манджукич забирает мяч. 5 ударов ему понадобилось для достижения в отметку 3 мяча. И, естественно, лучшим игроком становится Марио Манджукич. 10-0 его оценка.
И нам приходит одно сообщение. Австрия нам предлагает стать тренерами их сборной. Я отклоняю. Я все-таки хочу получить предложение от хорошей сборной, чтобы ее возглавить и закончить карьеру в Ювентусе именно с чемпионата мира. Потому что, мне кажется, я готов стать тренером сборной. Все-таки два сезона за хорошие две команды, за Краснодар и за Ювентус. Так что будем смотреть, как у нас получится показать себя в Ювентусе и в Лиге Чемпионов, а там уже, наверное, за нами будут следить. Итак, Манджукич догнал Перишича по бомбардирской гонке в чемпионате Италии, по 9 мячей у них. В голевых передачах Спинозола 5, у Хедиры 4. Вот они, наши два лидера. По матчам насухо у нас здесь только вот Алисон, одна победа в сухую и все. А, вот Честный, две победы в сухую на 10-й строчке. Ну а также Джанлуиджи Донарума, 4 победы в сухую. И здесь есть Бейл, одна у нас красная карточка. Итак, друзья, сегодня у нас матч с Базелем. Базель заработал только одно очко, и то это не с нами, мы их вроде обыграли. Сейчас я посмотрю, с каким мы их счетом обыграли. Обыграли мы их минимально 2-1. Полное выздоровление. Я сейчас даже не вспомню, у кого там травма была. Надо только смотреть. А так, Неймар сейчас главный бомбардир Лиги Чемпионов. 6 забитых мячей, у Асенсио 5. И у Кристиана Эриксена по 4 забитых мяча. Зинченко отработал опеку на тренировке. Полное выздоровление у Клаудио Маркизи. Но это неплохо. Так что теперь мы давайте Стурара дадим отдохнуть снова. И выпустим Клаудио Маркизио. Теперь ему нужно снова набирать форму, чтобы готовым быть играть весь сезон. Опа, посмотрите, что это за баг. Вы видели сейчас это? По нулям у них было. Еще одну даже тренировку мы сможем произвести. И Манджукич, 84-й рейтинг. Но он заслуживает такой рейтинг, потому что является сейчас одним из лидеров в чемпионате Италии по голевым, по забитым мячам. Исландия нам предлагает стать тренерами сборной. Мы отклоняем, хотя это команда главная в Европе, которая навела шумихи за последний чемпионат Европы. Так, Интер разгромил Аталанту со счетом 3-0. Марио Манджукич хочет сыграть в Лиге Чемпионов. Давайте мы ему дадим такую возможность. Он и так на замене, если что. Давайте возьмем сразу Маркизио. Может, он получится у него выступить еще и в Лиге Чемпионов. Попробуем сделать замену. Например, Роналду поставить на левый фланг во втором тайме где-нибудь, Косту поменять на Манджукича, который будет играть уже в центре. Ну, теперь сесть на Марио Манджукич. Ему нравится игра, хэт-трик забил. Итак, если мы сегодня побеждаем, а Порту обыгрывает Хоффенхайм, то уже мы точно выходим дальше. Да и Порту тоже может, если сегодня мы обыграем. Если мы сегодня обыграем Базель, а Порту обыграет Хоффенхайм, то уже точно мы с Порту выходим дальше. То есть для Хоффенхайма это последний матч, в котором они имеют шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну что же, едем мы в Швейцарию покорять Базель, лучшую швейцарскую команду. Лига Чемпионов УЕФА. Базель Ювентус. Пятый матч в групповой стадии. Базель уже не борется за выход в Лигу Чемпионов дальше, но шансы еще до самого последнего, как говорится, надежда живет.
Остается надежда для Базеля на выход в Лигу Европы. Сейчас у них одно очко. До Хоффенхайма остается у них 4 очка. Так что нужно побеждать им в каждом матче, и тогда они могут выйти в Лигу Европы. Но и Ювентусу нужно выходить с первой строчки, чтобы получать соперника в плей-офф полегче. Со второй строчки. И забивает Криштиану Роналду. Снова забивает в Лиге Чемпионов. Отлично показал он здесь свой дриблинг. Голевая передача от Гаррета Бейла. Здесь раз, два. И левой ногой в дальний угол забивает Криштиану Роналду. Четвертый гол. Два гола осталось ему до Неймара, у которого сейчас 6 забитых мячей. И шикарный дальний удар от Криштиану Роналду. И дубль в сегодняшнем матче забивает португалец. Шикарная подкрутка и шикарный гол от португальца. Посмотрите, пас пяткой от Матюди, ложный замах. Почти, друзья, почти было в девятку. Но тоже хороший подкрученный был мяч. Здесь тут уже достать голкиперу шансов не было. И хэт-трик Криштиану Роналду. Спокойно, он говорит. Еще и не такое вы увидите. Забивает хэт-трик Криштиану Роналду и догоняет Неймара по забитым мячам. Но будем сейчас смотреть, как сыграет все-таки ПСЖ и получится ли у Неймара забить хотя бы один гол. И он уже точно обгонит на данный момент Криштиану Роналду. Хорошо получает мяч Марио Манджукич. И забивает все-таки Гаррет Бейл. Долгожданный гол Гаррета Бейла. Все ждали его празднования, особенно болельщики Ювентуса. И для Гаррета Бейла это уже, точнее, только первый гол в футболке Ювентуса в Лиге Чемпионов. Поздравляем Гаррета Бейла. Ну и кто сделал все-таки эту голевую передачу? Это Марио Манджукич. Ой-ой-ой-ой-ой. Ошибся Алисон. Но там уже Александра просто запрессинговали. И он дал неточный пас. 4-1. Все равно все-таки комфортное преимущество для Ювентуса. И забивает наконец-то Пауло Дибало. Удалось ему. 5-1. Громит Ювентус Базель. А ведь дома сыграли со счетом 2-1. Это, друзья, первый гол Пауло Дибало в Лиге Чемпионов. То есть Гаррет Бейл намного быстрее забил. На целых 12 минут забил быстрее, чем Пауло Дибало. Все, друзья. Базель вылетает из Лиги Чемпионов. Но им остается по регламенту провести еще один матч. Ну а Ювентус проходит дальше. Криштиану Роналду 6 ударов, 3 гола. Два хэт-трика за выпуск. Спартак сыграл ничью с Баварией. Ну и Хоффенхайм сыграл ничью с Порто. Одно нам сообщение приходит. Последняя игра. Спасибо за доверие. Итак, в следующем выпуске у нас будет игра с Кротоно и с Сампдорией. А Зинченко хочет... вроде собирались поэкспериментировать сам. Ничего не собирался. Ты и так как бы в составе, поэтому выйдешь против Кротоно. Ну и давайте посмотрим, что там
по Лиге чемпионов. Итак, Базель уже точно вылетает. Три очка им даже ничего не дадут. Хоффенхайм, еще есть у них шансы, если они обыграют Базель. Ну и если мы обыграем Порту, то тогда будут шансы. Мы уже точно выходим с первой строчки, даже если мы проиграем Порту. Там уже по разнице забитым и пропущенным, да и побед у нас будет больше. Ну, побед тогда у нас будет одинаково, спорту все будет по одинаковому там. А вот по забитым и пропущенным уж точно мы с разницей 5-0 не проиграем. Ну и давайте все-таки посмотрим на список бомбардиров в Лиге Чемпионов. Догнал ли Роналду, может быть. Да, Роналду догнал. Теперь Роналду и Неймар с 6 мячами. Теперь уже здесь Каутиньо вот на четвертой строчке с 4 мячами. В голевых. Здесь Гаррет Бейл 2 голевые уже в Лиге Чемпионов отдал. Победа в сухую. Здесь Алисон только сделал одну победу в сухую, но пока что лидирует Буфон, Терштеген, Субашич. По желтым здесь Сери. Здесь нас, я надеюсь, нету. А, нет, есть Келлини, одну получил. Ну и по красным здесь, на слава богу, нету. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.